Привет! В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями от лепки из глины. Лепить я начал лет с 5. И никогда у меня не получалось лепить по заданию. Как только я брал в руки глину, я и сам не представлял, что получится в итоге. Мое воображение и сам материал приводили меня к непредсказуемому результату. Так было слеплено большое количество разных монстров. Потом постарше я стал следовать за своими впечатлениями и воображением. И слепил целый город эльфов. С домами, замками, королями, принцессами, рыцарями, хозяйственниками, поварами, торговцами, лучниками и даже пантеоном с богами. Процесс лепки так увлекал меня, что мне было неважно, качественная ли проработка изделия или нет. Для кого-то эти фигурки и солдатики покажутся несуразными, но для меня они очень ценны. В них я видел и чувствовал свой другой волшебный мир. Сейчас, повзрослев, я пришел к Марине снять мастер-класс по лепке граната. Взял в руки глину и вылепил очередного монстра с армией солдатиков. Поэтому, может, ты не обязательно лепить гранаты, а просто прийти, взять кусок глины, заглянуть внутрь себя и довериться своему воображению.